раз сегодня предстоит для нее тяжелое испытание. Мы проведем 24 часа вот в этой вот машине, в моем Мерседесе. Вот это сделать, это уроки на лето. Уроки на лето? Мы по одному листочку делаем дома. А мне кажется, ты разводишь. Нет. А давай посмотрим, сейчас ты маме позвонит, хорошо. Вы что, реально сейчас будете фильм смотреть? А что, нельзя? А что мне там делать? Что, блин? Иди гулять! Ты реально будешь здесь оставаться ночевать? Да. Я тоже. Ну, фига. Ребят, всем привет! Недавно снимал с сестрой ролик спустя долгое время и, кстати, вон она идет. Лер, ты куда? Стой 5 секунд там, постой 5 секунд. Блин, она уже вышла. Чуть не упустили, если попозже подъехали, все. Короче, ребят, вы набрали 40 тысяч лайков на прошлом ролике, в котором я снимал ролик с сестрой и 24 часа говорил ей «да». И так как вы набрали нужное количество лайков, я сегодня впускаю с ней продолжение. Но сегодня все будет не так радужно, как в прошлый раз. Сегодня предстоит для нее тяжелое испытание, мы проведем 24 часа вот в этой вот машине, в моем Мерседесе. И нам нельзя будет вообще никак выходить. Я видел ролики у других людей, но они постоянно выходили по каким-то там надобностям, то есть то в магазин, то еще куда-то, нам же вообще нельзя. То есть у меня есть оператор, который будет по каким-то там моментам выходить оттуда, и будут друзья, к которым, возможно, будем заезжать, но сами мы покидать машину не будем вообще. Перед началом видос подпишитесь на канал, поставьте лайк, если в этот раз вы тоже наберете 40 тысяч лайков, то если мы еще какой-нибудь ролик. А пока что давайте ее обрадуем. Желаю вам заранее приятного просмотра. Лея, куда побежала? Иди сюда. Тебе понравилось в прошлый раз, мы видео снимали? Да. 24 часа, где да, да, говорил? Да. Вот, продолжение будем снимать? Да. Да? Да. Но сегодня будет тяжелый видос. Ты готов? Какой? Сегодня снова 24 часа, ну а теперь 24 часа мы придем с тобой в машине. И не будем выходить из нее вообще. А как мы без еды, без... Мы будем есть. Стой. Ну, есть авто, то есть стой, мы будем... Стой, стой, а в туалет-то как? А я не знаю, ты сейчас пойдешь домой, сразу сходишь наперед. Будем терпеть. Не, серьезно тебе говорю, мы, я буду честным, то есть мы не будем покидать машину вообще. Нам нельзя. Иди, отправься у мамы и возвращайся. Все, ждем тебя. Она пока что не понимает всей сложности. Она по-любому делала такие ролики, потому что она, ну, в курсе всех трендов. И там-то все так просто, лайтово. А я сам предполагаю, насколько тяжело будет целые сутки прийти в машине. Вот. И оператору то же самое предстоит, потому что его мы тоже не отпустим. Короче, я пока что не знаю вообще, как мы это все будем вывозить. Но попробовать, я думаю, стоит. Она бежит. Что за мешок у меня? А зачем ты пакет с тобой взяла? Игорюся. Зачем? Чтобы было уютнее. Чё? Игорюся. Игорюся. Мы же играть там не будем. А я буду. Погнали, чё. Чё, опять вперёд? Куда? Вперёд. Давай. Пока вперёд садись. О, с этого мы и начинаем нашу рубрику. Что, тебя мама отпустила, ты отпросилась у нее? Да, отпросилась, но она сказала вот это сделать, это уроки на лето. Уроки на лето? Mm-hmm. И что, мы будем это делать? Ну да, но вот это вот самое, ну, это надо в прописи писать, а тетрадки нету. В смысле? Не это... в прописи, тут же видно то, что вот здесь все это прям заполняется. Ну это все заполняется, но вот это вот слово надо в прописи писать. Mm-hmm. Ну и сделаем то, что не надо в прописи писать, значит. Остальное в прописи уже дома сделаешь. Потому что мама не ругалась. Так, все, куда поедем? Присягивайся. Ребят, совсем скоро я заработаю свой первый миллион, который заработан просто вот пассивным образом. Для этого я вообще не прикладывал никаких усилий. И когда я заработаю и выведу этот лям, я как раз таки вложу его в свою новую машину, которую я приобрету совсем скоро. Создавал постоянно депозиты на Волоне, с которым я работаю уже около года. И многие из вас, думаю, следят за этим, многие уже работают с ним тоже, из моих подписчиков, потому что вы кидаете мне постоянно свои скрины со своими результатами, я их прекрасно вижу. И сейчас, на данный момент, на моем счету 725 тысяч рублей, и себя отработал очередной депозит. Пора создать новый. Сейчас я создам новый вклад сроком на 7 дней и внесу все 725 тысяч рублей, которые сейчас на моем балансе. На выходе я получаю сумму 796,5 тысяч рублей. Это 71,5 тысячи рублей на чистую прибыль всего лишь за неделю. Создаем депозит.
Ребят, если вы хотите также постоянно наблюдать за тем, как у вас увеличивается денежный баланс, то приглашаю вас всех в Avalon, ссылку на которую я укажу в описании под роликом. Переходите, регистрируйтесь, начинайте зарабатывать там вместе со мной. Работать можно с ним, начиная всего лишь от 100 рублей. И депозит можно создавать всего лишь сроком от 1 дня. А? Вот мама сейчас готовит, а я вот не ела. Я вот просто какао попила. Время, Лера, 5 часов. Ты сегодня еще не ела? Нет. А что так поздно-то? Ну, я просто с утра какао попила и пошла гулять. Ну, как проголодаешься, кашку там поесть. Я сейчас есть. Уже хочешь? Ну, сейчас сесть в машину, теперь уже есть хочешь. Так, давай заедем в Макдональдс, на Армакафта. Нам же нельзя выходить из машины. Макдональдс любишь? Да, люблю. А что хочешь там? Я люблю картошку фри с сырным соусом. А, мы реально пока что даже не знаем, что мы сейчас будем делать, а сейчас купим поесть, окей. А что нам дальше-то делать? То есть реально просто здесь в машине, это очень скучно. Мы так сутки точно не вывезем. И нам нужно знать, чем нам себя занять. К сожалению, вы нам сейчас никак не подскажете, потому что если вы даже в комментах напишите, ролик уже вышел на тот момент, когда вы смотрите. Поэтому мы сейчас будем мучиться просто в незнании, чем бы нам себя занять. Просто, ребят, оператор не выгнал, чтобы нам чуть не мешался. Сейчас, наверное, передашь. Поел силу прилить. Это сейчас ты такая активная. Я тебе серьезно говорю, скоро мы устанем и будет тяжело. Ты зря телефон не взяла. Могли бы поиграть, а бы даже твой Монгаз бы скачал бы. Ты че, блин? Соусом полегче там. Это креветки? Да. Попробуешь одну? Одну. Откуси, не понравится? Давай. Если не понравится, просто один раз откусить. Давай. Давай. Если невкусно будет, я тебе игрушку куплю. Короче, ребят, у нас по планам доехать до Кирилла, покататься с ним, потому что я хочу немножко отдохнуть, тоже там сзади поваляться. Потому что нам предстоит еще вся ночь впереди. Надо будет, наверное, на ночь купить пледа какого-нибудь. Плед, подушку, потому что ничего же не взяли. Без подушки, без пледа тяжело спать, да? Ну, смотри еще. У меня тут есть... Да это фигня. Нет, купим нормальных подушек. Смотри. Купим нормальных подушек, нормальный плед. Чё, ты устал уже? Нет, не устал. Привет. Здорово. А в чём прикол? Да что, покатай нас просто с ней, а мы с ней сзади чуть-чуть. А у тебя что, рук-ног нет покататься? Да мы устали просто, мы с ней катаемся. А, ну что, нам просто сидеть? Ну, давай, выходи. Ты же все равно любишь на ней кататься. Выходи тогда. Что, я сейчас ключ переложу, чтобы он мне в кармане там не потерялся. Сейчас, разуюсь. А нахера ты разуваешься? Блин, что перелезь назад. А, да, точно, у нас же нет других способов, да, перебраться. Лера придирается. Ты реально полезешь назад. Да, реально полезу назад. Подожди. У меня просто нога болит. Так, давай, аккуратненько. Лер, лови меня там сзади.
Давай тоже за жопу подержу. Не надо. Лер, ты смотри, чтоб тебе на голову не сел. Перелез. О, все, ништяк. Так, я не снял, у меня шрам после катания. Ничего страшного. Куда поедем? Да, куда, кстати, едем? На речку? Да. Да? В натуре? Где понтонник? Я могу отвезти вас, если мы там проедем, где 6-я городская, сверху заезд, там прикольно. Давай. Серьезно? Ну да. Ну я не уверен, что мы на машине там проедем. Мы лежать бы сейчас, как только поели, да? Жестко нам нет, тебе подушки не нужны? Ну ты маленькая, давай купим нормальных, наверное, подушек. Да? Я. А где можно купить пледы и какие-нибудь подушки? Пледы и подушки? Да. Ну, возможно, в магазине. А, блин, классно, ты придумал. Давай заедем. Давай заедем. А мы сначала, получается, в Мегу, да? Да. А, ты сути не знаешь, да? Мы не можем из машины выходить. Почему? Ну, нет, ты не переживай, ты это можешь. Но у нас не челлендж. Класс. Вот это классно. Это мне надо бегать сейчас покупать все. Люблю такие челленджи. Ты еще фотки будешь кидать, мы выберем. Вот и все. Ничего сложного, да, в принципе? Держу. Думаешь, все-таки не в Меге? Ну там я на 100% не уверен. Здесь вообще больше нет. Мы просто с ума сойдем, нам потому что спать еще надо будет. В смысле спать? Ну в прямом, 24 часа нам надо, ну типа 24 часа-то возможно мы не будем, но нам в любом случае хотя бы, то есть сейчас уже вечер, мы поели, покатались чуть-чуть, нам надо в любом случае ночь тут провести. То есть я отпросил у мамы, все. Да, в машине будем ночевать. А потом с учельным же, чувак. Ты готова? Что-то это прям... Лера готова, все, мы отпросили ее у мамки, нам надо будет только уроки поучить еще. Блин, твою мать, что уроки учить? Лер, давай, поучим уроки твои. Ты шумишь на моей машине. Давай. 10 минус 8 плюс 3. Сколько будет? 10 минус 8 сколько будет? 2. Кто? Ну, да, спасибо. Чё? Ну, слушай, ну не мешай. 10 минус 8. Плюс фига ты знаешь математику. 5? Давай пишем, значит. 5. Ну да, сама пиши. Я сейчас криво, потому что... Давай, 5. Так, 8 минус 5. 3. И минус 1. 2. Молодец. Что за фигня? Что, слишком легко, да? 9 минус 3. Так, стой. И плюс один? Семь. Угу. Четыре плюс три. Четыре плюс три будет... Ой, стой. Фу, все, затравило. Давай, четыре плюс три. Семь. Семь. И минус ноль. Семь. Напиши семь. Ну, хотя там задачка. Лена отгадала четыре загадки, а Света на две загадки больше. Сколько всего загадок отгадали девочки? 9. Не надо, стой. Лена отгадала 4 загадки. Света на 2 загадки больше. То есть сколько Света, значит, отгадала? 5 на 2 больше, чем так. 6. 6. Надо, давай, список, мы говорили. Плед. Подушки? Один плед. Две подушки, один плед какой-нибудь большой. Да. Ну и, в принципе, все. Угу. А что, ничего хочешь? Там продуктовый есть. Убирай, говори, что хочешь. Я бы не отказалась от бананчиков. Бананчики. Бананчики. И слушай, наверное, еще две зубных щетки и пасту зубную. Щука плавала тазу. Понял. Оператор со мной... Пойдет, Поймал вид. Если что, кидай там фотки. А пледы там подушки. Ладно, только у меня телефон сейчас сядет. А, ну он пусть тогда кидает. А как я оплачу, если он мне сейчас сядет? А, блин. Беда. Фигово, человек, могу сказать. Мне нельзя выходить. А у меня сейчас телефон заблокируется, если ты с ним пойдешь.
Че, не хватит даже расплатиться? Ну вообще должно. Ну 9%. Ну не хватит, ты че? Они быстро. У тебя телефон почти новый. Что за говно такое купил, который, блин, быстро садится? В общем, нас пока что оставили одних в машине, они пошли нам покупать плед и подушки. А ты пока давай. Что ты там? Подожди, щука плавала в тазу, я поймал Витя. Подкрался рыжий кот Васька. Он цап лапы щуку, а у щуки зубы острые, кот закричал. А что ты нам с этим делать-то вообще? Написать в прописи. А, просто переписать, что ли? Да. А, фигня, такое не будем делать, это скучно. Блин, такие задачки у маленьких детей прикольные. Я знаю, то, что сейчас вроде там с 5 класса уже задачи чуть ли не сложнее, чем у меня в 11 классе были. Смотри, а плюс сейчас? А, вот думай. Подушки, плед. Он что, из дома не мог взять? Я не понимаю, почему я должен идти и покупать? Веселье, челленджи. Класс, так. Я знаю, что сейчас в школьной программе там с 5 класса реально материал, наверное, сложнее, чем у меня был в 11 классе. Равно каждым годом он сложнее и сложнее идет. Равно 11. Да, молодец. Легко, ну да? Все, там еще полно. Мы по одному листочку делаем дома. Да? Да. А мне кажется, ты разводишь. Нет. А давай посмотрим. Сейчас я маме позвоню и спрошу. Давай. 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 Мы всегда по одному листочку делаем. Давай. Разводишь мне? Нет. Можешь сама с ней поговорить? Сам. Сам говори? Да. Хорошо. Алло, мам. А вы... Лера говорит, что вы в день по одному листочку делаете. Нет, ну да. Я понял, а в день вы сколько по одному листочку? В день прям делаете? Вот одно задание примерно. А. Пример и задача. Пример. Только тут несколько задачек-то на одном листе-то. По листочку. Задание. Вот смотри, там. Одна задача и одно задание, так? Да, да. А. Ну задание мы не сделали, потому что ее тут переписывать надо неудобно. С таким почерком, он говорит, в прописи надо писать. Вот. Прочитать просто три раза надо? Три раза прочитать и потом написать. А, ну вот, ну тут-то он... Потом в прописи, ну, да. Потом дома сделает. А там еще примеры решить и задачу решить. Все, понял. Ну мы это уже сделали. Вот в день вот эти вот задания нужно делать. Понял. Ну все, давай. Мы это все сделали. Ага, давай. Мы это все сделали. Ну сейчас чуть попозже, думаю, еще может сделаем один листочек. Задачки простые. Задачки простые. Тихо, не орёшь, сейчас подумай, что я тебя тут убиваю, блин. Что ты проветрить хочешь? Да. Пока машина не заведена, тут они не работают. Заводи машину. Ты можешь просто дверь открыть, если только там игрушки сейчас тебе поупадают. Что делать будем? Еще открыть. Лер, ручка. Давай. Что делать будем? Я хочу мультики. А как мы их посмотрим, где? Ну у тебя вот есть. Стой, Кирилл звонит. Алло? Алло, Макс, смотри. Я пока подушки искал, я нашел червяка большого. У меня и вы вдвоем можете на нем. Да? Хочешь червяка? Да, хочу. Ну вот, ну. Просто я не знаю, сколько он стоит, ценника там нет. Ну, бери. Бери. 100% беру, он может почти стоить. Ну я понял, ну бери, ладно. Ну раскрой, все. Давай. Что ты про мультики говорил? А где тебе включу-то мультик? Ну вот у тебя есть телевизор. Это не телевизор, это монитор, он, по нему нельзя смотреть. Я хочу мультики! Блин. Короче, мультики! Нет, я не знаю, что делать, потому что мультики не включим, а с телефона мультики смотреть, это так себе идея. Мультики! Че, вообще никак без мультика. Мультик хочу! Тихо, ладно. Короче, я думаю, сейчас что-нибудь придумаем, выходить нельзя. Мы сейчас доедем, короче, до каунти с друзей, у кого есть ноут, и попросим вынести нам ноутбук. И по ноуту уже посмотрим мультик. Вот сюда вот он положим куда-нибудь. Устроит тебя? Да. Да? Ну все, сейчас подождем, пока нам плед с подушкой вынесет, потом с пледом под подушками будем смотреть. Может, попкорн попросим их взять? Да. Да? Давай, да. Все. А я дышать гуляю. Подыши, потому что на улице ты выйти не сможешь. Че, весело там? Там люди тоже. Я в курсе. Я же вижу тоже в окно.
Чё ты спялишься? Ну идём сюда, мне скучно одному. А что мы делать-то будем? Не знаю. Ну ты же сказал спокойно, вообще проведем сутки. Я не говорила. Ты говорила вообще типа легко, то что выдержим. Ну выдержим. Ну что, нелегко? Ну а ты говоришь, мне скучно, а я хочу дышать. Ну мне скучно. Я тоже хочу дышать. А что мне делать с тобой? Со мной? Как маленький, да? Ною-ною. Что? Как маленький, говорю, ною-ною постоянно. Управлять? Блин, ребят, что-то очень долго пацаны ходят. Там, конечно, возможно, в ленте огромной очереди, но мы реально уже утомились их ждать, да? Лера уже мультик хочет. Я миллионов раз просто туда поднималась и смотрела. Ну, там никого нет, да. Ладно, мы тут попиваем все равно. Уже в туалет, мне кажется, скоро очень сильно будет одета, нет? Я вообще не хочу. А я уже хочу. Я вот когда вот пью, мне наоборот не хочется. А когда я просто бегаю, а потом такая сажусь. А я уже хочу. Устали ждать. У вас почти час не было. Что за херня? Устали ждать. Я с оператором устал туда. Там, остаться. Поставьте по яйце. Набрали. Так, тут держи пока сейчас. Давай. Так, а где у тебя открывается багажник? Ну, сзади подойдешь, нажмешь, какая разница. Нет, капот я имею в виду. А, капот? Ну, там дергает слева, снизу. Прям целый литр я лью? Да. Что, селёночек? Ну, наконец. Он горячий. Здорово. Мимо смотри, там не налей. Да ты вообще не контролируй, под руку-то контролируй. Ты верди. Что, Макс на пути, что ли? Нифига ты, Егор! Да все, тихо. Че сразу палишь-то? Алло, вноси ноут. Вообще. Давай. Почему здесь динамиком так хреново слышно, да? Всегда так. Что, сейчас попкорн с мультиками? Да. Потом, по-моему, банан поешь, зуб почистим и спать. Сейчас на речку поедем. Ура! А ты что, не вышел? Я не могу. А что у вас движет? Ну, у нас челлендж. Мы 24 часа типа... в тачке сидим, мы не можем, у нас плед. Короче, Макс очень весело, говорит, прикинь, у нас челлендж, мы не будем выходить, типа, вози нас и ходи по магазинам. Я ну, по магазинам бегу. Понял. Ну, смотри, там пароль, не знаю, убрал, что вырос. По-моему, должен быть. Не должен, точнее, быть. Он включен? Да. Молодец. Да я его убрал, он до этого не был. Ну, тебе проще уже было сказать пароль. Я тебе сейчас в ВК напишу просто пароль. Если вдруг что. Ну вот, смотри, короче. Понял, да? Как приручить дракона? И да, и еще что-то там другое. Ну все, спасибо. Ну все, давайте. Да, прощаемся. Ну, дотянемся. Да, пробежу. Кстати, дневная фурия. Вот видишь как, вот у нас тематическая вечеринка сегодня будет, короче. Ребят, мы едем на прудик. Просто сидеть на свежем воздухе чуть-чуть. У нас комаров покормить. У нас просто нет вариков, то есть реально. Время сколько? Ну, 7:30, можно сказать. А у нас еще куча времени,
сколько какого потратить, я не знаю. Сейчас там посидим, мультики посмотрим, да? Да. Да. Попкорна у нас очень много. Это только мы одну высыпали. Там еще один пакет. Угу. А что, надо еще перемотать сразу, да? А я вам не мешаю? Вы что, реально сейчас будете фильм смотреть? Что, нельзя? А что? Ничего, просто, а я тогда на вас посмотрю. Ну иди погуляй пока. Гуляй ты. Ты что, офигел? Я вот так, так... Смотрел, как пришли дракона? Да. Рассказать? Слушай, динамики такие громкие, так что давай. Что происходит? Прикольно было бы к машине подключить его. Ну что-то не понял, я не видел эту часть, по-моему. А я тоже не видел. Да курь, ты нам закрываешь, блин. Ну что, ну мне это... Ну ты нам тоже... экран закрываешь. Это самая последняя часть? Ну, да нет, да иди шельда отсюда. Да вас отпустите, иди в жопу ты. Че мне там делать? Да че, блин? Иди гуляй. Да тесно. Да че тесно? Иди гуляй. Я не вытолкну. Видел, какие мышцы огромные? Не, я вот это видел, листай дальше. Я это не видел. Ну что, они сейчас поговорят, типа он даст им задание. Да нет, спойлеры! Скотина идёт. О, как раз место схватило. Лер, тоже не придуряйся, давай садись, давай смотреть. Да пусть он, блин, уйдет. Да я вообще не мешаю почти. Все, тихо. Ну а что ты нам? Нам и так сложно. Мы, блин, весь день сидим в тачке, уже сейчас нет, начинает, уже устали. Хотели хотя бы мультик посмотреть. А отменить? Чили. Да у вас еще время на этот мультик полно будет, если вы... Ты реально будешь здесь оставаться ночевать? Да. Я тоже. Ну и да, ты со мной оставишься. Куда деваться-то? Мы вдвоем. Если один кто-то сливается, то все, челлендж не выполнил. Теперь мы сейчас нормально можем посмотреть сериал, так как Кирилла с нами больше нет. Да, то он, блин, уселся, блин, на меня, скотина такая. Давай окна не будем закрывать, душно. Духота. Да мы можем машину завести просто. Не будет душно. Ты его заведешь. Смотри, тебе, короче, надо залезть за руль, и он, видишь, слева педалька вот эта да, большая. Да. Тебе на нее надо нажать ногой, держать ее и нажать на кнопку на эту. Угу. Машина заведется и начнет кондиционер работать. Прям держать просто? Да, да, да. Педальку прям держи, нажимай. Держи ее, сильнее выжми. Давай, нажимай кнопку. Да что ты боишься? Нормально все, идем. Господи, господи, помогите, помогите. Попкорн уж не вариант, мы только зубы почистили, я не хочу снова их потом чистить. Мучительно. Смотри мультик. Неинтересный что ли? Ты меня призвал. Отдай! Я его тыкала, все за... Иди, что ли, ты что от меня? Что происходит 24 Иди часа? Иди от меня! С тобой вообще только смотреть, конечно. Мы сейчас... Дай Итак, тише динамик. Тише динамик. Лера! Что? Давай смотреть.
что, давай укладываться. Что, машин, блин, бензин хватит, что ли, чтобы тут рано тарахтело, потому что иначе мы замерзнем. Давай укладываться. Туда, наверное, головой ложись, потому что иначе неудобно будет. Я тоже выпрыгнусь. Я без пледика. Тоже без пледика. Все, давай. И я. А мне голову туда. Утро. Богу. Я ссать хочу. Иди ссать. Подожди. Сколько времени-то вообще? У тебя мамка, интересно, еще не искала, что ли? Ну, жирно село. Что, заканчиваем? Мы справились? Давай пять. Жесть. У меня все болит, все затекло. У меня и с больной коленкой тут спать. Это жестко. Короче. А червяк мой, я его домой занес. Все. Я не понял. Короче, ребят, видос подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 40 тысяч лайков, и я выпущу продолжение. Ну, ты сейчас дальше спать? Да. Ну, сейчас дальше спать, я тоже дальше спать. До дома только доберусь. Мы, по сути, приехали спать уже, ну, у него во дворе. Короче. 40 тысяч лайков, и я выпущу еще один ролик с Лерой, что-нибудь придумаем, что снять, что-нибудь веселенькое, да? Mm-hmm. Ну, тяжело было, да? Скучно. Долго так сидеть в машине. Она еще не проснулась. Ладно. Mm-hmm. Не забывайте, что ваша активность нам важна. 40 тысяч. Я вообще вытек с половиной. Ну да, давай еще для подписчиков разденемся. Ты че? 40 тысяч лайков и выходит продолжение. На этом все. До новых встреч. Пока.